Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. Сегодня я запишу небольшое видео, которое поможет многим девушкам, как говорится, избежать негативных явлений, которые сыплются им в личке. Допустим, у меня есть страница на Facebook, и очень часто в личку пишут неадекватные личности разных национальностей. Перечислять, естественно, их не буду, потому что всем пишут разные абсолютно люди. Но тем не менее, то есть, я думаю, многие женщины сталкиваются с тем, что в личку то звонят без спроса, то скидывают члены свои, мужики, то в любви признаются, то еще что-то, то еще что-то. То есть, без конца это может длиться. Так бывает, что, допустим, если... Вот у меня, к примеру, есть страничка вот эта в Фейсбуке, и я здесь развиваю, ну, количество друзей, да? И мне очень полезно иметь в друзьях многие страницы, на которых большое количество друзей того товарища, который, допустим, мне стучится в личку. Я бы не хотела его из друзей удалять, потому что, ну, он мне простым языком, он мне выгоден. Вот. Поэтому, чтобы такого человека не удалять, но не получать от него его послание дебильное, поэтому сделайте просто себе в настройках простое, ну, вот такое действие. Допустим, вот у вас появляется новый друг, к примеру, который начинает вам настойчиво либо звонить в личку, либо присылать какие-то непристойности или доставать, короче говоря, вас. Вы просто нажимаете на вот этот значок, выбираете «Игнорировать сообщение», и вот здесь вы можете прочитать, что произойдет, если вы нажмете на эту кнопку. То есть вы не будете получать уведомления о сообщении, то есть сообщения не будут к вам приходить. Этот товарищ, он не узнает, что вы его игнорируете, переписка просто будет перемещена, ну, в отдельный раздел, и все. И в принципе, такой человек вас доставать больше не будет. Евгений, вот с которым мы подружились, слава богу, мне еще ничего не написал, мы еще с ним даже не поприветствовались. Вот. Я надеюсь и верю, что это хороший человек. Но, тем не менее, попадаются иногда и неадекваты. Поэтому вот выбираете игнорировать сообщение, либо можно выключить уведомления о переписке, то есть сами уже выбираете. Можно вообще его заблокировать, если он прям совсем вас достает, просто заблокировали его и все. И он вас не будет больше терроризировать. Вот такая простая настройка для дам, которые имеют странички в Фейсбуке, и которых и достают любвеобильные мужчины. Всем желаю добра, здоровья и благости с радостью. Всем пока!